Всем привет! Мы посадили картошку сегодня. Ура! Погода замечательная. Но намечается похолодание до 3 градусов. Кукурузу высадили. Трава растет. Никакого удобрения не надо. Капусту высадила раннюю. Пошла я за луком. Сейчас покажу вам, какой у меня лук здесь растет. Вкусный. Оказывается, у нас за забором сразу лес. Я, между прочим, вчера у себя клещ вытащила. Не вытащила. Сняла дома уже на шее. Вот смотрите, какой лук. Кто называет его слизун, кто называет какой-то афоновский или как-то. Но он очень вкусный и сочный. Вот такой вот большой. Сейчас я его срежу. Вот такой лук. Сочный, он больше похож на порей, идет как в салат. Я его сейчас капустой буду тушить. Очень классный, понравился лук, толстый такой, многолетний. Вот похож, правда, как порей. Стебли, вкус, аромат такой же.